Привет всем! Сегодня мы погрузимся в удивительный мир венериной мухоловки, настоящей хищницы среди растений. Как же работает эта зеленая ловушка? Устраивайтесь поудобнее, сейчас все узнаете. Родина венериной мухоловки – болотистые местности Северной Америки. Почва там совсем не богата, поэтому растению пришлось приспособиться и научиться ловить насекомых, чтобы пополнять запас питательных веществ. Да-да, эта красотка питается мясом. Листья мухоловки – не что иное, как хитроумные капканы. Каждый лист состоит из двух половинок, по краям которых расположены острые зубчики. А внутри листа – сверхчувствительные волоски. И вот тут-то и начинается волшебство. Как только насекомое задевает два волоска подряд, лист мгновенно захлопывается. Происходит это настолько стремительно, что жертва и глазом моргнуть не успевает. Захлопнувшись, лист превращается в герметичную камеру, где растение начинает переваривать свою добычу. Мухоловка выделяет специальные ферменты, превращающие насекомое в питательный супчик. Процесс этот не быстрый, может занять от нескольких дней до недели. Все зависит от размера пойманного обеда. Когда от добычи остаются только непереваренные частички, лист вновь раскрывается. Любопытно, что венерина мухоловка умеет отличать живую добычу от капель дождя или веточек. Если в ловушку случайно попадет нечто неодушевленное, лист не сработает. Но что же будет, если растение поймает слишком большую добычу? Увы, в этом случае лист может загнить, и мухоловка лишится своей ловушки. Поэтому она старается охотиться на насекомых подходящего размера. Венерина мухоловка – поразительное творение природы. Живое доказательство того, как жизнь приспосабливается даже к самым неблагоприятным условиям. Это растение не просто выживает, оно процветает благодаря своей хищнической стратегии. Если вам посчастливится увидеть венерину мухоловку в дикой природе, не упустите этот шанс. Это поистине завораживающее зрелище. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории из мира природы. До скорых встреч!